Судя по тому, что я вижу по трек-листу, и мне то, что говорили, это должно быть очень интересно. Вот если мы просто посмотрим сюда, и мы увидим здесь огромное количество людей, мощных, реально мощных. Плюс то, что мы слушали вот это, да, и в принципе уровень неплохо, неплохо, да, поднялся качество реализации у Алблака, как будто бы это должно быть интересно. Здесь есть Кизару, здесь есть Скриптонит, здесь есть так, Федук, Обла. Ну, прям, ну, очень яркая история, прям очень яркая. Да, на самом деле, я говорю, очень угарно можете писать смайлики, да, вот расставляя в цветах мексиканского флага, да, как очень часто ребята, ну, 52 это код Мексики, соответственно, и вот они в своей такой истории, да, находятся. Фиты солидные, да, вообще не то, что солидные, то есть это выглядит как какой-то очень-очень крупный релиз, я не знаю, почему-то достаточно тихо в медиа, ну, относительно, конечно, я не знаю, может, я не все отслежу, может, все громко и все говорят об этом, ну, должны говорить, если не говорят, потому что это очень яркая история, вот по тому, что здесь, по крайней мере, видно. Что касается облоги, ну, я думаю, это прям такой респект он кидает Тупаку, да, я думаю, уже это тоже, наверное, обсосали и даже, вот, типа там он против мира, и вот эта вся история, старый альбом Тупака, обложечка один в один, вот, я думаю, это прям не байт, это именно история, да. Это прям история с респектом, так или иначе. Здание уважения. Облога в честь третьего студента Тупака. А, ну вот специально. То есть это где-то говорится, да? Неизвестно, так ли на самом деле, но обложка освоит нас легендарного альбома Тупака. Ну, в смысле, неизвестно. Ну вот тут говорится. Тут говорит, что это неизвестно, да? Ладно. Окей. На чем же скажу просто облога? Я думаю. Не-не-не-не, это как бы специально задуманная такая история, да. Да, Long Live 812. Ну, типа, да здравствует, да, Вива Санкт-Петербург, короче, по сути дела, да. Да, ну, хорошо, ребята очень активно прославляют Санкт-Петербург. Ну, правда, там с флагом Мексики, да, за счет того, что вот у них их история НГГ 52 так называется, да. Поэтому тут как бы немного такое странное раздвоение получается. Вместо флага России, да, с историей Санкт-Петербурга, да, которую они часто отсылают, да, в своем творчестве. У нас есть флаг Мексики, потому что у них называется вот их история вот так, да. Объединение, так сказать, их, да. Поэтому такое. Так, ну все, да? Облога сделан по типу рисунков могильных у бандитов. Ну да, еще вот это. То есть, который на этих на надгробиях, да? Угу. Да, кстати, есть такое. Почему они Мексику любят? Этого я не знаю. Если кто-то знает, может написать в чате или в комментарии, да. Почему такое, да? Что именно, почему они, так сказать, дают дань уважения Мексике, так или иначе. Им нравится музыка, им нравится культура, им нравится какая-то, не знаю, там, бандитская романтика мексиканских банд, может быть, или еще что-то. С чем это связано, непонятно, да. Может быть, кто-то непосредственно там живет из родственников. А, вот пишет бабушка Алблака. Ну, я не знаю, правда это? Это правда? Бабушка Алблака живет в Мексике вроде. Ну, тут могут... У нее мама с Мексики. А, ну все, тогда все понятно, типа. Тогда все вообще ясно все. Тогда все понятно. Мексику любят сильно. Ну, короче, я не знаю, может, вы полную хуйню пишете в чате, да? Но если действительно это имеет отношение какое-то к родственникам, тогда вообще все становится понятно максимально. Да, все стоит на свои места, всегда. Главное, топить за свое. Писал этот альбом от души и для души. Спасибо каждому, кто принимал участие. Спасибо вам за то, что поддерживаете, верите и слышите. 52 на связи, связь не теряется. Да, ну вот мы слышим, постараемся услышать. Постараемся показать это своим зрителям. Давайте посмотрим, что это такое. Товар, да. Мозгоебы, короче, да. Он мэр города, да. Понятно. Меня наебали, короче. Ладно. А может быть и нет. Давайте посмотрим, что это такое по звуку. Что нам предлагают ребята? Не, ну я говорю, да, конечно, вот открываешь, да, открываешь альбом на Яндекс.Музыке, жестко, конечно, Кизара, Скриптонит, Федук, всех собрал. Я не слушал целиком альбом Тага, да, Крейсер Аврора, но я, насколько помню, он гораздо скромнее, так сказать, дебютировал, ну не дебютировал, а именно вот с этим альбомом, так сказать, ярко, да, ярко заходил. То есть он, по сути дела, сам тащил, да. Здесь посмотрим, здесь, наверное, ребята должны все-таки помочь. И не про медийно даже я имею в виду, а с точки зрения какого-то вайба. Я думаю, это должно быть очень сильно. Обложка к отсылке к Тупаку, да, мы уже поняли, бро. Поэтому, типа, ну, здесь у него прям куча помощников.
Куча помощников, супер-супер яркий релиз. Слушай внимательно. Все, let's go. Интрушечку мы слушали, да, интрушечку мы отдельно слушали. Вот ее было тяжело воспринимать без продолжения. Но для атмосферы послушаем. Let's go. Да. Это второй? Да. А? Чистенько, да, звучит? Ау! Эй! 52. Алло. Да здравствует Санкт-Петербург, это город наш. Ей. Я каждый свой новый. Да, вот это немного, да, диссонанс. Альбом он чисто мой, никому его не продам. Не думаю о том, как хорошо было вчера. Меня города, представляю район у меня. Можно ставить паузу, потому что мы, в принципе, уже разбирали, смотрели, да, тем не менее, мы сейчас интрушечку докрутим. Хорошо звучит, да? Хорошо звучит. То есть здесь у нас есть панорама, наконец-то вот она выставлена. То есть у нас, если откуда-то Идлибы идут, они у нас идут, вот они, ближе, дальше, там, право, лево, все, оно все, все хорошо расставлено. То есть у нас тут есть действительно сцена, да, реально. Этого очень много, этого сильно не хватало многим трекам, которые мы сегодня слушали. Да. Я говорю, да, вот у нас удачное сочетание цветов смайликов, да, можете писать вот такие смайлики, и это будет прям в тему. Их истории. У меня есть репертуар. Никогда не просил, но всегда где-то доставал. Чем больше денег, тем больше мне нравится Москва. Но в Питере душа, в Питере семья, в Питере братва, там знают наши имена. Плюс 7 952 812. Фирменный Идлиб, да, вот это его? Вторая глава. Не думал, не гадался, что я делал рэповал. Underground это не броки в протертых штанах. Нужно прожить мою жизнь, чтоб так же, как я, слагать. Нужно мой рэп услышать, чтоб точно его понять. 52. Алло. Да здравствует Санкт-Петербург, это город наш. Я каждый свой новый куплет валю, как никогда. Он прям активно, да? Прям застолбил за собой. Фирменный Идлиб ей, да, вот этот? Альбом он чисто мой, никому его не продам. Не думаю о том, как хорошо было вчера. Да здравствует 52. Да здравствует Петербург. Да здравствует 52. И все, и мы сразу сейчас залетаем на следующий трек, да? С таким вайбом. Да здравствует 52. Ей, long life. Погнали. Да здравствует, так и называется, да. Да здравствует Санкт-Петербург, да, альбом называется. Long life 812, да. Let's go. That's a crystal. Yeah. Фрики идут нахуй, ведь это чисто мужской рэп. Слов нет, когда я смотрю, как брат ебет всех. Трек по радио, это чисто перед семьей флекс. Мой живот, это про статус, это не про комплекс. Все время шел тому, чтоб получить все, что сейчас у меня есть. Со мной только тот, кто нужен, я давно сбиваю шер. За белый сделал белый стек, я как всегда закрою чек. Не принимаю жадность, жадным достается меньше всех. Full rage, когда мы на сцене, дай мне это, братик, ту степ. Ровненько, да? Всем не хватает для меня два шага. No brain, базарить хуйню может любая шавка. Я никого не осуждаю, мне их просто жалко. Full rage, когда мы на сцене, дай мне это, братик, ту степ. Это точно новый трек? Потому что из последних, которые мы слушали, они были покрепче. С точки зрения вот именно владения его стилем. Вот даже та же интруха, как будто бы, она свежее, что ли, звучит. Всем не хватает для меня два шага. No brains, базарить хуйню может любая шавка. Я никого не осуждаю, мне их просто жалко. Ощущаю себя полностью на своем месте. Как чемпион пиковой формы в абсолютном весе. Чтобы валить, как я, нужны тысячи сессий. Тысячи действий и невосприимчивость к воздействию. Я захожу всегда, меня не может не пустить в фейсе. Люблю аутентичность, эти парни basic. Скажу прямо как есть, не буду мазать лестью. Рэп для улиц, переехал из подъезда. Ей, full rage, когда мы на сцене, дай мне это, братик, two steps. Им всем не хватает для меня два шага. No brain, базарить хуйню может любая шавка. Я никого не осуждаю, мне их просто жалко. Full rage, когда мы на сцене, дай мне это, братик, two steps. Им всем не хватает для меня два шага. No brains, базарить хуйню может любая шавка. Я никого не осуждаю, мне их просто жалко. 52, Санкт-Петербург.
Вот этот трек очень похож на первые треки, которые мы слушали раньше его. Очень ровный, монотонный, иногда с ускорениями в конце, с запинками, с каким-то оффбитом, причем не особо запланированным, с точки зрения чего я так говорю, что он не запланирован, потому что он не повторяется, он не дублирует красивый рисунок, да, для того, чтобы это выглядело стилем. То есть бывают ускорения какие-то, замедления, намеренные оффбиты, которые идут один, потом такой же второй, третий, четвертый, или здесь тоже какая-то вот такая история, да, мягкая. Насколько помню я, он интересно рифмует также этими... дактилем, да, он часто рифмует, то есть, ну, ударный слог, потом да-да, пам-пам-пам-пам-пам-пам, то есть у него, в принципе, по рифмовке, ну, старается держать стилек, да, да, мне там, братик, шага, 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 нет, да, тут не так вот, ага, нет. Ну, let's go, да, допустим, допустим. Ровный, очень ровный трючок. Ну, средний весьма, на самом деле. Следующая песня. Street, Streets Echo. Да, или Street S2 Echo. Ну, классный сэмпл. That's a crystal. Let's go. Восемь, один, два, а? Ау! Мне не нужна весна, чтобы ее сердце растаяло. Мой рэп бы не был таким, если б не моя окраина. Я помню эти запахи, я помню лицо каждого. Давно не приезжал, в один момент все стало маленьким. Я не горжусь собой, я горжусь своими братьями. Мы набираем высоту, я помню, как мы падали. Что было, то прошло, что будет, не люблю загадывать. Я получаю много, потому что не умею откладывать. Больше всего я не люблю невнимательных. Если я работаю, значит все будет блистательно. Держим планку, даже если разговор не о статике. Тру или не тру, судить не уебаном из падика. Есть только одно правило, нахуй правило. Я буду жить ровно столько, сколько мне жизнь оставила. Свой первый и второй лимон заработал не лайвами. Мы тут не за деньгами, но поднимем обязательно. Что такое 52? Люди любознательны. Пацаны делают рэп уменьшительно ласкательный. Я пишу текст, чтоб потом было не стыдно читать его. Не ставлю в хуй пердящего в кресло обозревателя. Сколько бы ни поднял, всегда есть на что потратить. Не копатель, но у меня заряженный лопатник. Она не любит запах, я не курю в кровати. Я не курю вообще, просто иногда забываю. Бля, здесь ровнее, да, он читает в этом треке? А, и все, да, и все? И все, да? И все, да? Я же не ставлю хуй передевки с обозревателем. Это, блять, типа... Ой, я знаю, в чей это огород. Я знаю, в чей это огород, братва. Есть один обозреватель. Это в его огород. Вот он. Да, на самом деле... Нет, на самом деле... Я не знаю, кому-то конкретно это посвящено, там, не знаю, мне ли это посвящено или кому-то. Наверное, кому-то это посвящено, потому что условно он, ну, я насколько помню, он ходил в гости, да, по-моему, к Хавеверу. То есть он обозреватель, он к нему ходил, да. Не знаю, либо это в общем брошено, да, какая-то история. Ну, ладно, в любом случае, самое главное, нас слушают его слушатели, они просят нас разбирать его релизы. Здесь у нас было голосование, альбом Алблака занял достойное место, второе, причем он боролся очень даже неплохо здесь, да. Люди любят слушать, мы кайфуем. На самом деле, конечно, приятно, когда артисты имеют какой-то фидбэк с этого, с точки зрения того, чтобы обсудить, все ли мы услышали, все ли мы поняли, там, вот эта история, да, то есть поговорить по поводу того, насколько корректно то или иное было, там, негативно, если даже, позитивное, положительное, отрицательное, в принципе, прикольно. Но если неинтересно, если похуй, в хуй не ставят, ну ладно, окей, ладно, ладно, ладно. Ну, не знаю, да, тут как бы ничего не написано, но, в общем, мы обозреватели, обозревателям обидеть может каждый. Идем дальше, слушаем. Короче, единственное, что могу сказать, здесь сделано... Здесь сделано...
Много реакций музыкальных. Да, да, да я, блядь, я не знаю. Я, допустим, угораю, да, я не знаю, как вы по этому поводу, что вы думаете, да, бля, не знаю, братва. Мне нужно, чтобы сердце растало, уровень окраина. Короче, здесь зачитано ровнее. Мне бы хотелось, чтобы эта песня была более развитой. То есть тут, наверное, тоже должен был быть какой-то фит, да, или что? Аутро. Интруха, аутро, один куплет и все. Мне вот тут понравилось, допустим, как оно идет, да, реально. Не знаю. Не знаю. С точки зрения реализации, этот куплет лучше исполнен, чем предыдущий трек. С точки зрения трека, мало. Очень мало. Не знаю. Не знаю, это Мексика, братов. Ну, да непонятно. То есть, как бы я говорю, там пишут 52 и типа там 812, да. То есть, это и Мексика, и Санкт-Петербург, да, и Россия, и Мексика. Немного непонятно, типа. Let's go. Флом теперь будет просрочки. Да ты чё, бро, вообще за столько лет мне на самом деле и диссы писали, и пишут, и артистов есть много, которые недовольны разборами, и они в личку пишут, иногда публично пишут. Вообще похуй, честно. С точки зрения того, если человеку там не устраивает критика, вообще не вопрос. Если он кайфует от этого, если он... Некоторые люди реально кайфуют, они там пишут какую-то благодарность, типа спасибо, вот это, вот это, вот это, вот тут задушнил, вот это, все заебись, типа, да. Но мы это уже все 100 раз проходили, поэтому не парьтесь, братва. Не парьтесь, да, меня на самом деле еще когда я батлы судил много лет назад, еще хуй знает, когда там и диссы, и все, что только не было. Поэтому иммунитет уже сильно выработался. Но я говорю, да, мы кайфуем, в принципе, когда артисты участвуют в этом во всем. Особенно там, когда там, бля, Лида, конечно, вчера со своими обзорами. Это просто пиздец. Вот это особенно, да, ну круто, когда люди участвуют. Особенно круто, когда люди, допустим, участвуют здесь, да. То есть на сайте у нас вот заходят, да. Обозреватели, кстати, тоже так-то. Вот. Должна же быть, да, у нас... Алблака, уже карточка. Так, сейчас посмотрим. Да, уже у нас карточка появилась. Вот здесь, на самом деле, есть история. Все треки, кстати, уже тоже отсужены, да, так сказать. Мнение высказано людьми. Вот оно здесь. 11 оценок, 5 оценок, 10 оценок, 54 оценки. Ну вот, максимально много, да, если что. Средняя оценка 60 баллов. Вот она, усредненная оценка всех слушатели, вот можно оставить оценочку, обязательно будьте конструктивны в положительном, отрицательном, да, всяческом вашем мнении здесь, ознакомьтесь с критериями, каждый комментарий одобряется вручную, никаких оскорблений, никаких матов, никакой хуйни, естественно, все должно быть расписано, да, конструктивно максимально, 54 истории. Как интро пойдет, да, сложно оценить, да. Ну, в общем, здесь и коротенький. Ну, тут, в общем-то, много не распишешь, наверное. Короче, готовьтесь, да, как только мы закончим разбирать этот альбомчик с вами здесь, он сразу появится вот здесь, вот тут, вот в этой вот строчке недавно добавленных, вы сможете зайти, написать комментарий, там, зарегистрироваться для начала, да, тоже можете это сделать, и написать полноценную, там, рецензию, разбор, что хотите, да. Так что заходите, братва, да, кайфуйте, кому это интересно, все вместе с нами. Мы очень любим, когда вы кайфуете вместе с нами тоже. Да, и меньше, чем за месяц, там больше 20 тысяч уже отзывов, комментариев, одобренных вручную. Команда у нас работает очень активно. Следующий трек. В общем, короче, что скажу? Скажу, что вот это звучит хорошо. Вот это звучит гораздо ровнее. И есть ощущение, что этот трек свежее предыдущего трека, с точки зрения именно записи его. Как будто бы это более новый трек. Не знаю, может я ошибаюсь, но как будто бы этот трек более новый. Так что вот так вот. Let's go. То ли еще будет. Албак 52 и Кизару. Как они сочетаются? Да вроде нормально. Албак мягенько идет. Кизару мягенько идет. Должны хорошо сочетаться, я так думаю, по идее. Нет описания, да? Все, слушаем внимательно. Let's go. Не, ну фиты, конечно, дикие вообще. Агрессивный бит, такой мрачный. Больше облаку он подойдет, чем Кизару. Кизару более мягкий, как будто, ну... Сейчас посмотрим. Пидстап, я не переобуюсь. Да здравствуй, Санкт-Петербург. Я отдал ему юность.
Могу говорить громко, все знают, я не блефую. Пришло время для рэпа, пацанов на бабках с улиц. Те, которые свой гуд, которые не думают, что им за это будет. Четверть мульта за клапшоу, бог добра, душа с не пульт. Хорошо попал. Палет, он тоже стоит пару муль. Мой большой талант, я жду его работу в луль. Скоро буду в туре. Не ебу вонючих, чтобы жадно ебать клубы. Всегда были людьми, мы не выбиваемся в люди. Мне говорят, горжусь, скажу, то ли еще будет. То ли еще будет. То ли еще будет. То ли еще будет белый, то ли еще будет. То ли еще будет. Еще будет, то ли еще будет белый, то ли еще будет. Просто death hole, как так получилось? Просто продолжаю грани, чтобы не случилось. Мне не интересны все их пусты, кто чем дышит. Я трэпил, трэпил сутки напролет без передышек. Я не Робин Гуд, но я Робин Гуд. Залетел на худ, прыгнули на хуй. Эти дети любой фастфуд. Я кручу кино покруче, чем с Голливуд. Я забрал их лут. Ну, Квенти вам тут, да, не совсем. Черный гос подъехал их, белый чай исчезнет, пуф. Он, да, покойся с миром, пусть земля ему будет пух. Я слишком реальный, детка, чтобы верить слухам. Здесь хаунди и 52-е. Молодая кровь кипит, значит, мы все еще живые. То ли еще будет. Так и куча дури, трясется хата. Парт облака лучше. Пол своей биг бури. Значительно. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет белый, то ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет белый, то ли еще будет. Еще раз парт Кизару. Еще будет, еще продолжай. Просто продолжаю грани, чтобы не случилось. Мне не интересны все их тусы, кто чем дышит. Я трэпил, трэпил сутки напролет без передышек. Я не Робин Гуд, но я Робин Гуд. Залетел на худ, прыгнули на хуй. Эти дети штуфят, они жрут любой фастфуд. Я кручу кино покруче, чем с Голливуд. Я забрал их лут, Big Dog здесь пошел, бля, уф. Черный гос подъехал их, белый чай исчезнет, пуф. Он, да, покойся с миром, пусть земля ему будет пух. Я слишком реальный, детка, чтобы верить слухам. Говори громко, все знают, я не блефую. Пришло время для рэпа, пацанов на бабках с улиц. Те, которые свой гуд, которые не думают, что им за... Да, это бит облака. Он дерзкий, такой жесткий бит, не мягкий вайб. Трэпил, трэпил сутки напролет без передышек. Я не Робин Гуд, но я Робин Гуд. Кизару поддушил немного. Припевчик, то ли еще будет, то ли еще будет. Концертный, то ли еще будет. Концертный трек. Пожалуй, первый концертный трек, вот из всех, которые мы прослушали. Припевчик, да, есть полноформатный трек. Концертник, базару нет. В целом, я думаю, что на мягком зайдет, да, то есть, если, допустим, на том же концерте, ну, частично можно куплет давать, да, ну, если, конечно, совместный будет прям с артистом, то, может быть, и, конечно, он целиком зачитает, если такое вообще возможно, да, где-то. Если это будет история чисто его выступления, да, какого-то облака, то как будто бы имеет смысл сокращать куплет, что ли. Припев рабочий, да. Припев рабочий, куплет облака рабочий. И здесь тоже трючок, именно куплет записан четенько. Был на концерте, там этот трек все орали, припев. Да-да-да, работает. Припев рабочий, концертный. Базара нет, базара нет. Надо присутствовать, чтобы понять, если вернусь, не пойму, ладно. Да-да-да. Хорошая работа. Пока сильнейший трек 100%. Он самый целостный, как минимум. Кизару, конечно, целостности не прям совсем в этот трек добавляет, но тем не менее, это целостная работа. Базару нет. Круто. Следующий трек 52. Да, 52 years old. По-другому звучит.
звучит инструментал, не знаю, что-то отмастерено. Другое звучание. Хотя бит того же человека, да? Слушаю детей, которые пиздят про страп. Хочу их научить, как будто мне 52. Удачи неудачников, а нам больше бабла. А нам больше здоровья, нашим женщинам тепла. Если ты лох обычный, забудь про свои права. Это не мы такие, наша жизнь есть такова. Я сейчас еду на вокзал, потом оттуда за деньгами. Мне жаль, что никогда больше не куплю кузов пап. Не буду читать рэп, когда он заживеет, как робот Вали. Но пока оно идет, я буду до конца хуярить. Буду ставить на брату все, с чем я иду. Если белый не хочет работать, то ему пора в нору. Сколько б не было нюансов, я все их обойду. Сколько б не было гнильцы вокруг, я всех их наебу. Этот рэп нам не помешает делать никто и ничего, нахуй. Всем моим братьям любовь. 52, нахуй. 52. 52. Ей! И ты же это мой брат, Нева, это моя сестра. Меня не поменяет, кэш. Вот это концертная история. Не слушаю детей, которые пиздят про страп. Хочу их научить. Припев раскачает на концерте. Я вижу эту жизнь, как будто мне 52. Стал думать о здоровье, пока мне не 52. Хочу детей и внуков, будто мне 52. Я содержу семью, как будто мне 52. Сын, 52. Long life, 8-1-2. Нахуй с ничей, нахуй маленьких суп. Только ровные движения, только любовь. Так, для концерта. Припев ничего рабочий, в принципе. Да, ну тут, в принципе, тематика через весь альбом «Красной линии» проходит история о том, что, да, вот у нас всегда все хорошо, мы, типа, вот ебашим, типа, мои пацаны, деньги, да, все круто. Репрезент, короче, такой прям жесткий, достаточно однонаправленный репрезент с любовью к Санкт-Петербургу, и 52-52, да, соответственно, и вот у нас, да, такие репрезенты, короче, в принципе, вот это сработает реально, вот это концертная история. Вот это, может быть, слишком ровно, текст, да, норм, про семью, да, вот опять же, жаль, что никогда не... Ну, это очень жаль. На самом деле, здесь странно, да, поломанный ритм прозвучал. Стоит на братву, тебе не пора в нору, сколько мне я всех обойду, сколько мне наебу. Анафоры, да, здесь у нас бам-бам в начале. Тут простоватая история, обойду, наебу, да, с глаголами. Ну, тут неплохо, в принципе, не знаю, нюансов не было, не лицо. Ну, что-то, да, то есть такой жизненный пацанский рэп с репрезентом за жизнь, за семью, за братство, вот эта вся история. Одна и та же. Ну да, в этом плане, конечно, да. Ну вот такой вот, такая вот музыка, типа. Такой пацанский страгл, да, такой, короче. Но при этом он говорит, что вот уже там людьми стали, и деньги как бы есть, все, уже пришли к успеху, да. Ну круто. Следующий трек, «Как надо». Ей 6 называется, да. Let's go. Единственное, что могу сказать, вот пока, ну вот даже вот уже начался играть, в принципе, уже начал играть трючок, можно сказать, что есть определенный концепт звучания. Не знаю, в плюс ли он пойдет или в минус с точки зрения однотипности, если прям все 12 треков такие будут, наверное, это слишком жестко. Вот. Но в целом, как бы, есть концепт и по музыке, 100%. По звучанию немного по-другому. Вот это. Ну, очевидно, он громче звучит, здесь больше высоких звучит, как будто трек из какого-то другой ранее там собрали, да, то есть оно не совсем выведено по звуку. Тут мы...
Возвращаемся в такую более мягкую историю. Следующий трек «Как надо», да, который... Тематика одна и та же, репрезент, такой пацанский репрезент, я пришел к успеху, да, мы крутые, наша братва ебашит. Музыка тоже, в общем-то, в этой стороне. Давайте посмотрим. Ей, 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 52, ей, 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 ей. Отдаю свою энергию как генератор. У меня еще нет детей, но я давненько папа. Я здесь, а на районе всегда делаю где-то бабки. Надеюсь, что мой братик не попробует баланду. Я из Сибири, сцены, да, там уважают правду. Я сколько себя помню, список был мини-фагл. Не вижу, сука, мне по жизни, мне это не надо. Не тащу грязь домой, у меня там всегда порядок. Я знаю, как надо. Если зову белого своим, значит, не папа. Звоню людям не только когда что-то мне надо. Всем, кто дает любовь, вдвойне верну обратно. Это правда, я знаю, как надо. Если зову белого своим, значит, не падла. Звоню людям не только когда что-то мне надо. Всем, кто дает любовь, вдвойне верну обратно. Так надо. Бетонный плит, гипсокартонный жизнь. На дерьмо у нас вкус безукоризненный. Лохи верят в то, что можно все, но все можно только в лизинг. Пропорции непредсказуемы, как Гагфурин. Мне один путь зарабатывать, бебе вариантов уйма. Мы пришли снизу, да, детка, но мы на уровне. Поднялись так быстро, как твоя температура, гей. Не базарь, как быть, но не знаю, сколько весит моя шкура. Сколько не экспериментируй, все равно халтура. Тогда был молодым, интересовала лишь культура. Но на ничто, когда потеряна культура. Мы прошли через урок, мы потерялись среди палок, хапа. Перед трёмой скрутим этот горький осадок. Берите своих близких, не всегда предоставь. Эй, но я знаю, как надо. Если зову белого своим, значит, не падла. Звоню людям не только когда что-то мне надо. Всем, кто дает любовь, вдвойне верну обратно. Это правда, я знаю, как надо. Если зову белого своим, значит, не падла. Звоню людям не только когда что-то мне надо. Всем, кто дает любовь, вдвойне верну обратно. Так надо. Yeah. Еще раз куплет скрипа. Безукоризненный, гипсокартонный, плит, гипсокартонный жизнь. На дерьмо у нас вкус безукоризненный. Лохи верят в то, что можно все наше, можно только в лизинг. Пропорции непредсказуемы, как Гагфурин. Мне один путь зарабатывать, бебе вариантов уйма. Мы пришли снизу, да, детка, но мы на уровне. Поднялись так быстро, как твоя температура, гей. Не базарь, как быть, но не знаю, сколько весит моя шкура. Сколько не экспериментируй, все равно халтура. Когда был молодым, интересовала лишь культура. Но на ничто, когда потеряна культура. Мы прошли через урок, мы потерялись среди палок, хапа. Перед трёмой скрутим этот горький осадок. Берите своих близких, не всегда. Бля, дерзкий текст, ну, скрипа. Когда был молодым, интересовал лишь купюра, но ничто, когда потеряна культура, вышли через урок, не потерялись среди палок. Но потерялись среди палок и хапок. Перед трёмой скрутим этот горький осадок. Бери своих близких, не всегда про достаток. Хороший текст. Зарабатываем вариант фуймы, что нет, понятно, температура, базарь, не знаю, сколько весит моя шкура. При этом гипсокартонный, жизненный, на дерьмо на вкус безукоризненный. Красивая рифмовка. Что можно, можно только в лизинг. Пропорционально сказано, когда курим. Очень крутой текст. Очень расслабленный флоу. Слишком большой контраст между их флоу. Слишком большой контраст. Бля, скрип забрал. Здесь нету концертного какого-то, ну, такого прям яркого припева, да? Как, допустим, даже на предыдущем треке, на его сольном. Тут атмосфера скрип забирает, пиздец. Дальше развивается, тут когда бит вступает, и потом он начинает развиваться. Ой, очень красиво. Ну, халтура. Шкура, когда был молодым, интересовал лишь купюра. Ну, на ничто, когда потеряна. Через урок, на потерянность среди палок. Горький осадок.
пиздец. Эй, ну, я знаю, как надо. Если зову белого своим, значит не падла. Звоню людям не только, когда что-то мне надо. Не падла, звоню людям, когда мне надо. Твой не верну обратно, это правда. Угу, знаю, как надо, если зову белого. Припев скучноватый. Звоню только, когда мне что-то надо, всем, когда любовь двигаем. Еще раз куплет этого блока. У меня еще нет детей, но я давненько папа. Я здесь, а на районе всегда делаю где-то бабки. Надеюсь, что мой братик не попробует баланду. Я и теперь из сцены, да, там уважают правду. Я сколько себя помню, с пиздоболами не фагал. Не вижу, сука, мне по жизни, мне это не надо. Не тащу грязь домой, у меня там всегда порядок, да, да. Я знаю, как надо, если... Очень простенько, очень ровно он прошел, очень простенько. Вот на этой контраст есть, очень жесткий контраст, то есть прям как будто два трека. Я почему еще думал, что прям настолько контрастный, да, парт. Очень сложно залетел на бит. Почему, я не знаю, может кому-то кажется, что типа скрип не туда сделал. Просто на этом треке вот All Black дает вот такой на-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 на. Он причем дает такой и в куплете, и в припеве такой же вайб достаточно ровненький, да. Только то, что это надо. Всем кто-то либо да нет, и обратно. Обратно. Так надо, это правда, да. Тут бам-бам, тут поменьше, да, немножечко. Да-да-да-да-да. А здесь он прям в другие, да, он в другие такты читает совершенно. Прям совсем другая ритмика, она выбивается. Несколько раз причем меняется. Не знаю, единственное, что насколько в эту драмку, да, в целом, под мелодию он попал под настроение. Ну, как будто чисто в мелодию читал, да. Не знаю, насколько это в эту драмку. Как будто это помедленнее драмка тут должна быть, может быть, такое, да. Ну, вроде переслушал так. Слабо сочетаются парты скрипа с All Black здесь, именно по вайбу, потому что ты вот в одном вайбе находишься, бам, скриптонит начинается, ты в другом вайбе, тебя просто качает по-другому, ну, хоть бит тот же самый, но тебя качает по-другому, работает с тобой артист совсем не так. Из, давайте фиты смотреть, наверное, ну, там, по фитам, да, ну, фит с Кизару, допустим, крепче. Фицкизару крепче. Там припевчик такой более яркий. All Black там, в общем-то, поинтереснее сделал. И если говорить про сочетаемость, хоть и Кизару сделал однотипно, но там артисты сочетаются больше все равно. Кизару и All Black. Тем не менее, очень интересный яркий парт от скрипа. Необычный, скажем так. Один как трек, вот полноценно, он слушается интересно, да. Здесь сочетается странновато. Вайб, да. Газ в пол. Сольный трек, да? Нет, не сольный, с тагом, конечно же. Let's go. Вот если здесь трек будет не агрессивный, не злой, да? Вот злой агрессивный трек вот All Black'у хорошо подходит. А вот помягче, если здесь будет, то так прям вот... Let's go. Не, интересно разбирать альбом. Интересно. 52, 52, 52, 52. Ей, ей. Мой аппетит растет, чтоб не пропал гол. Стал глупо держать дом, часть стал покидать город. Серьезно? Плюс серия есть холл. Газ пол, мне не нужен повод, чтобы заработать еще миллион. Похуй чеки какой длиной, мои деньги длиннее любого. Один дух на все районы, настал слышно пиздец как громко. В темноте один с микрофоном, выхожу в свет в тысячи колонок. Газ пол, мне не нужен повод, чтобы еще напомнить, кто папа дома. Газ пол, газ пол, газ пол, газ пол. Чел, мои братья готовы к хуйне, я не парюсь об этом вообще. Мы были никем, у нас не было фишек, но мы поднялись, ведь играли на все. Знаешь, реальных собак и быков, мы эти и те. Сколько бы ни заработал денег, улица любит тех, кто готов к суете. Мама, я вышел из трэпа, раньше казалось это невозможным. Все их релизы актеры, когда мне хуёво, я делаю вид, что мне не было больно. В клубе беда, дураки и дороги. Я открываю душу микрофону, когда говорю, что на блоках всегда пахло мефедроном. Что тут происходит? Помню All Black'а на 40 кило меньше, чем сейчас. Деньги бежали, теперь мчат. Только жизнь может учить нас. Странно, какой-то вайб центра, вот, чуть-чуть. Немножечко, да, каких-то слимовских битов, немножечко, вот прям из старых альбомов их. Даже, может быть, не центра, может быть, даже дымовой завесы какой-то, вот прям
такой вайб, да, хотя, не знаю, очень круто залетел так сюда, пиздец. И разнообразие показал дико All Black в речитативе своем. Типа он может вот так. Ебать, какой крутой трек. Ну-ка, заново. А, ей, 52, 52, 52, 52, ей, ей. Мой аппетит растет, чтоб не пропал гол. Стало глупо держать дом. Часть стал покидать город. Сибирь плюс серия есть холл. Газ пол, мне не нужен повод, чтобы заработать еще миллион. Похуй чеки какой длиной. Мои деньги длиннее любого. Один дух на все районы. Нас стало слышно пиздец как громко. В темноте один с микрофоном. Выхожу в свет в тысячи колонок. Газ пол, мне не нужен повод, чтобы еще напомнить, кто папа дома. Газ пол, газ пол, газ пол, газ пол. Чел, мои братья готовы к хуйне, я не парюсь об этом вообще. Мы были никем, у нас не было фишек, но... Чезарыч, это тоже неплохо мог бы залететь. Угу. Но так вообще разъебал, конечно. Мы поднялись, ведь играли на все. Знаешь, реальных собак и быков. Мы эти и те, сколько бы ни заработал денег, улица любит тех, кто готов к суете. Мама, я вышел из трэпа, раньше казалось это невозможным. Все их релизы актеры, когда мне хуёво, я делаю вид, что мне не было больно. В клубе беда, дураки и дороги. Я открываю душу микрофону, когда говорю, что на блоках всегда пахло мефедроном. Что тут происходит? Помню Алблака на 40 кило меньше, чем сейчас. Деньги бежали, теперь мчат. Только жизнь может учить нас. Ротики, да, совсем причем. 1.36. Очень жаль, что не развит этот трек. Очень жаль. Хотелось бы какой-то интересный хук концертный. То есть, ну, вот если представить, что вот они раскачивают, да, народ. Потенциальный хит вообще. В их стиле. All Black сделал разнообразие. Спасибо, реально. Зазвучало круто. Так четко вообще прочувствовал этот бит. Прям вообще это его история, прям пробежался по нему максимально. Очень красиво. Хуя делаю, что мне не было больно. Ой, да, дураки, дороги. Даже микрофон. Да. Заебок вообще. Жалко, нету хука или припева какого-то. Чтобы это вот повторять, да. Какая-то репетативная история могла бы быть здесь. Откуда-нибудь, если надергать, дайте типа, пять слов. Мой аппетит растет, но не пропал. Нет, хуйня. Блин, жалко, да, вот есть вот такие вещи, да, то есть до этого мы слушали. Там Street Echo, допустим, тоже, да. Хотя покачается народ, я думаю, в любом случае с этого. Прикольно, блядь. Grew Up, следующий трек, let's go. Ау. That's a crystal. Папа. Папа. Ей. Миллион немного, миллион уходит быстро. С детства понял, что купюры это просто листья. Зарабатываю я, а тратит вся семья, значит я вырос. Да здравствует Санкт-Петербург, да здравствует наш бизнес. Не могу представить той жизни, где я не хаслю. Где я не читаю рэп, где я не люблю эти пачки. Москва, Москва, как слышно в городе, мне рады. Это первоклассный рэп от белого с последней парты. Взрываю в белом джипе, добро пожаловать. Приехал новый город и буду его расшатывать. Нам не придется жаловаться, максимум обжаловать. Белый оставил угол, но будет за ним присматривать. Я тусуюсь, мне платят, чувствую себя Яниксом. Не пропущу возможность с малышкой где-то потратиться. Время уходит, города меняются. Я буду делать то, что нравится. Ложу руку на сердце. Твой любимый рэпер смотрит в пол, когда с нами общается. Мы этот трек не слушали случаем? На сцене с меня льется так, как будто бы мы паримся. И даже если анрелиз, все равно все качаются. Что-то как будто, блядь, я слушал этот трек. Опять, да, у нас куплеты, все, да?
Опять у нас куплет на 1.41 и пиздец. Довольно ровненько, однотипно идет, да? С репрезентом. Нечего сказать, честно, очень ровно. Я читаю рэпачки. Репрезент. Ровный, очень ровный репрезент. Вот в предыдущем треке там был вайб переменчивый, правда. Здесь очень немного трека. Интрушка, один куплет, очень ровный. И все, да. Биты, кстати, хорошие. Спасибо продюсерам. Да, вот Кристалл вообще круто сделал. Из Минска даже вот да. Молодец, прям. Подходит. И круто, что... А, там нет, не он же делал. С тагом не он делал, другой. Основа. Следующий трек. Let's go. Трючок с Федуком. Слушаем. Я поднял за компонся, они думали я нёрдец. Летаем на ресепшн, нам с малышкой нужен сервис. Белый на сцене, белый, забывают слово комплекс. Всегда знаю, где север, я ношу на себе компас. Мы на сцене, с нами толпы, мы кричим громко. 52 тут надолго, и это точно. Они присылают деньги, создают повод. Мой брат, как Филипп Киркоров, едет к людям в другой город. Дорожает слов, пацаны мне пишут, я основ. В один день все стало тесно, один день так много стоит. На моих условиях все будет. Очень забивается, и либо мешают здесь. Не там стоят, пиздец вообще. Очень-очень прям. Они присылают деньги, создают повод. Мой брат, как Филипп Киркоров, едет к людям в другой город. Дорожает слов, пацаны мне пишут, я основ. В один день все стало тесно, один день так много стоит. На моих условиях все. Может быть, потише или в сторону увести. Прям, блять, вот как, не знаю. Будет на моих условиях, она со мной, и я не могу ее расстроить. Тесноте, да не в обиде. Дизель так вонял, что с нами покурил водитель. Как насчет того, чтобы сейчас поехать в Питер? Брат, я только за, если еще раз угостите. Плюс 7, 4, 9, 5. Я мистер Москва, ща буду жестко уронять. Сами отморозки давить, мы умеем отдыхать. Мой брат мастер спорта, если тот вид спорта суета. Парик встать назад, пацаны под прессом, значит нужен мопассат. У тебя оса, я знаю, кто сильнее, тот прав. Слава богу, я всегда ношу с собой ёбаный клуб. Водитель, как насчет того, чтобы неожиданно. Настрой. Тесноте, да не в обиде. Я, кстати, не слушал, да, старые треки Федука. Вы пишете, типа там вернулся старый рэп. Я вот не слышал его старой работы. Не могу ее расстроить. Тесноте, да не в обиде. Дизель так вонял, что с нами покурил водитель. Как насчет того, чтобы сейчас поехать в Питер? Брат, я только за, если еще раз угостите. Плюс 7, 4, 9, 5. Я мистер Москва, ща буду жестко уронять. Сами отморозки давить, мы умеем отдыхать. Мой брат мастер спорта, если тот вид спорта суета. Вот на агрессивный чек, да, когда он вот здесь закидывает на харизме, прикольно звучит. Да-да-да-да-да-да, суета. А вот это, 22, 32, 52. И тут не варик встать назад, пацаны под прессом, значит нужен мопассат. У тебя оса, я знаю, кто сильнее, тот прав. Слава богу, я всегда ношу с собой ёбаный клуб. Ну, бит прочувствован, да, на агрессии, когда он на экспрессии читает Федук. Весьма норм. Рецепшн с малышкой, сервис, белоцени, вызывает слово комплекс. Очень много длибов тут, просто пиздец. Цени с нами топы, кричим громко, но долго точно пишут, деньги создают повод. Неплохо, интересно. Не пишут ее снова. Вот это тоже красиво, да. Красивый текст, водение стало, честно, немного стоит. Классно. В основных условиях, расстроить. Да, неплохой текст.
Неплохой текст. Ровненько зачитано. Она со мной, и я не могу. Тесноте да не в обиде. Дизель так вонял, что с нами покурил водитель. Как насчет того, чтобы сейчас поехать в Питер? Брат, я только за, если еще раз угостите. Плюс 7, 4, 9, 5. Я мистер Москва, ща буду жестко уронять. Нам с малышкой нужен сервис. Белый на сцене, белый забывает слово комплекс. Всегда знаю, где север, я ношу на себе компас. Мы на сцене, с нами толпы, мы кричим громко. 52 тут надолго, и это точно. Они присылают деньги. Скизару, тем не менее, трек лучше пока что. Самый крепкий трек пока Скизару. High Kick, следующий трек. Let's go. Почти весь альбом спродюсировал, да? На пальцах клипка, эй, парень, ты хлипкий, тебя убьет киком, какая, бля, стика, какая, бля, клика, сказ под музыку, это не хип-хап, ровная стрижка и ровная читка, микрофону открыт, как книга, белый говорит то, что он нига, иди спать, иди спать, вы мертвые, вы не убиты, вы не мертвые, вы не бандиты, курите сям, простые рахиты, меня не слышно и даже не видно, все мои братья играют за Питер, без правил, нахуй арбитров, потянул брата, он слег прибыль, потанцевал, не оставлю в сплифах, я чувствую, как завидно, парирую, это как муж голкипер, со стен вещаю, как диктор, настолько руки, зови меня Виктор, я ненавижу хитрых, не слышал, да, мы читаем мимо, малышка мисс, но станет миссис. Ёб ты бит, спасибо, Кристал. Переварю его, как твистер. На пальцах клипка, эй, парень, ты хлипкий. Тебя убьет киком, какая, бля, сика, какая, бля, клика. Сказ под музыку, это не хип-хап. Эй, парень, ты хлипкий. Тебя убьет киком, какая, бля, сика, какая, бля, клика. Сказ под музыку, это хуета. Сказ под музыку, это хуета. 52, 81, 2, long life. Ей, 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 ей. Очень часто, да, по-прежнему иногда отдает тейпом. Я не знаю, знаете, я не могу понять. Ощущение, что треки записаны эти прям сильно в разное время. Где-то он прям хорошо идет. И меньше похож. И вот в выговаривании буквы R, допустим, да, вообще у кого-то флоу, тейпа флоу меньше, да, в нем. Больше какой-то своей самобытности. Иногда ровненько. Ничего так на скорости. Прикольная ритмика. Постарался опять ждать разнообразия в этой песне он нам. Ну, не в рамках самой песни, потому что он тоже довольно ровно в ней зачитал. Имеется в виду по отношению к другим трекам, да. По отношению к другим трекам попытался дать разнообразие. Ну, спасибо. Сейчас. Иди спать, вы мертвые, вы не убиты, вы не мертвые, вы не бандиты. Курите сям, простые рахиты, меня не слышно и даже не видно. Все мои братья играют за Питер, без правил, нахуй арбитров. Потянул брата, он слег прибыль, потанцевал, не оставлю в сплифах. Я чувствую, как завидно, парирую, это как муж голкипер. Со стен вещаю, как диктор, настолько руки, зови меня Виктор. Я ненавижу хитрых. Мы читаем мимо. Малышка мисс, но станет миссис. Хейта много. Ну, он в любом случае начинает, да? Он в любом случае начинает. То есть это явно не его магнум опус. Видно, что он экспериментирует даже. Вот хоть вы и говорите, что типа там все однотипно, там все одинаково. Нет, ну вот он показывает разнообразный флоу. Он пытается бегать, играть по битам, как бы. То есть он ищет в любом случае свой стиль. Где-то идет полноценные треки в том плане, что структура полноценная, там с припевами, с бриджиками, все, да, есть развитие какое-то. Где-то какие-то куплеты, там два куплета, просто там какие-то попытки, сложные очень куплеты у гостей, допустим, у Федука, да, очень непривычные. Ну вот, допустим, понятно, да, там трек мятный, но
там максимально простой и понятный. Тут о другом история, да. Скрип тоже свою историю выдал. Небольшое отсутствие контраста, который я говорил на Кизару, да, наверное, это пока лучший фит, потому что он целостный. И вообще, в целом, вот как они оба зачитали, мне дико понравилось в треке «Газ в пол». Очень понравилось. Но он идет 1.36, и там два куплета подряд, и нет никакого развития, вообще ничего. Но в целом трек крутой, мне понравился, реально. Самый сильный трек, наверное, этот. Если брать из фитов, наверное, он. Если брать из того, что слушать и репитить, как будто бы с Кизару. Ну вот пока, да, вот у нас еще и Соблый трючок, я вижу. Это в любом случае начало его карьеры, да. Ну я понимаю, что тут репрезент из позиции того, что уже все, вот все уже, вот уже все пиздец, как охуительно. Но с точки зрения типа качества материала, пока это начало карьеры, 100%. И оно очень яркое, как ни крути. В нем есть стиль, у них очень крутое объединение, демонические фиты просто, да, с точки зрения неймов. Колоссальная история, колоссальная поддержка от индустрии, от людей, да, которые залетают. Дало ли это эффект, не знаю. Не знаю, как принимает эту историю народ, да. Но очень такие разрозненные треки, нецелостные. Не знаю. Тебе спасибо, Кристал, переварю его как твистер. На пальцах клипка, эй, пань, ты хлипкий. Тебя убил киком, какая бля сика, какая бля клика. Сказ под музыку, это не хип-хап. Эй, пань, ты хлипкий. Тебя убил киком, какая бля сика, какая бля клика. Сказ под музыку, это хуета. Да, вот-вот, он разгоняет слоу, пробует по-разному, да, работает. Интересно, работает по структуре, выдерживает флоу, в принципе. Вот здесь разнообразно выдержано. Следующий трек. Норс. Ей 7. Обладает. Посмотрим, что сделал Назар здесь. Серная часаны, тут реально дует. Я почти не знаю пацанов, которые не рискуют. За меня знают втроем, все понимают, что мы сунь. Вроде воздуха так много, но все эти типы сдуют. Если ты лох, тебя будет даже гена букин кошелек. Всегда просит похавать двойной бургер, верю, что мой звук будет качать моих же внуков, теперь что? Меня услышала толпа, не нужен рупор, ей 7-3-5-5-2-8-1-2. Ты знаешь, мой круг очень чистый, в нем нет мусора. Чьи собаки лают очень громко, облако караван. Не по любым левым челам могут своровать. Слышь, никогда не может быть лишним выхлоп. Он не лишь, я не хочу скрывать. Пришел за большой рыбой, за большой рыбой. И я все тот же чел и после больших выплат, больших выплат. Но я мог слиться сразу, если прыгну в дырку. Сука. Вокруг этот фейк, мы на китайском рынке. Мы на Китае. Не нужно чекать бирки, это сразу видно. Сразу видно. И даже если чел тебя назвал братишкой, он может быстро взять, переобуть ботинки. 7-3-5-5-2-8-1-2. Еще раз. Гораздо лучше облак сведен. Капа облака гораздо лучше сведена, чем капа облы. Очень плоско и тускло сведен. За меня знают втроем, все понимают, что мы с улиц. Вроде воздуха так много. Да, вот воздуха, кстати, много в капе, да, здесь нормально. Но все эти типы сдуют, если ты лох. Тебя будет дожге на букин кошелек. Всегда просит похавать двойной бургер, верю, что мой звук будет качать моих же внуков, теперь что? Видите, он на самом деле очень заморачивается над структурой. Он молодец. Если ты лох, у меня будет даже Гена Букин кошелек. Когда бросит похавать двойной бургер, верю, что мой звук будет качать мои же внуки, теперь что? Меня услышала толпа, не нужен. Эй, да, бах. Ну, он старается, заморачивается над ритмическим рисунком.
Да, стихотворный ритм, он старается делать хороший. Даже если рифмует на глаголы, то он старается делать ассонансы. Дует, рискуют. Ну, вот это вот все, да. Сулиц, сдулись. То есть он старается ассонансами какими-то работать. Букин, бургер, нуков, рупор. Да. Литерация, ассонансы, как бы, да, такой он. Непростой текст на самом деле у него. Но это все, да, это. Насколько я знаю, ну он давно делает, да, музыку. То есть не то, что он типа начал типа в 2000, в 2000, в 2021, да, вот когда вот мы начали о нем, так сказать, слышать, да, он вроде делает давно музыку. Типа лет 5, да, насколько я знаю. С какого года, напишите, пожалуйста. Это еще до нас водил пиздец какой-то. Нет, я думаю, что здесь капа просто изначально была такой. Может, прислал до обла, как бы в таком качестве. Хуй понять, короче. Не знаете, да, никто? С 1952-го охуенно. Молодцы, да. Респект. С 22-го. Не-не-не, нихуя не с 22-го. Он делает около 5 лет. Да, мне тоже кажется, что он делает достаточно давно, да. И вот он потихонечку сейчас себя начинает находить в этом стиле. Не знаю, что он делал раньше, какой был раньше у него стиль. Паблик у него в ВК с 18 года. Ну вот, да. Угу. Это не донат, делаю его команда. Да, тут не Думи, тут Doom Masters. Но как бы команда тоже сильная у него. Мы треки слушали хорошие, все в порядке было. Реально, я даже говорил, что типа вот смотрите, мол, это реально круто. Flow и Doom Masters, да. Я думаю, что дело в том, какую капу изначально прислал Назар, вероятнее всего. Я услышал, а толпа не нужен рупор, ей 7-3-5-5-2-8-1-2. Ты знаешь, мой круг очень чистый, в нем нет мусора. Нончи собаки лают очень громко, облако караван. Не по людям, а левым челом могут своровать. Слышь, никогда не может быть. Да, медленно, да, это уже для обла очень медленно. Лишним выхлоп, он не лишь. Я не хочу скрывать, пришел за большой рыбой. За большой рыбой. И я все тот же чел и... Бля, если это ускорить, будет круто. После больших выплат, больших выплат. Но я мог слить. На ютубе есть эта песня? Сейчас, секунду. Просто я хочу для себя посмотреть. Не по людям, 7-3-5-5. Слышал, там не нужен рукой, ей 7-3-5-5-2-8-1-2. Ты знаешь, мой круг очень чистый, в нем нет мусора. Чьи собаки лают очень громко, облако караван. Не по людям, а левым челом могут своровать. Слышь, никогда не может быть лишним выхлоп. Он не лишь, я не хочу скрывать. Пришел за большой рыбой, за большой рыбой. И я все тот же чел, и после больших выплат, больших выплат. Но я мог слиться сразу, если прыгнул в дырку. Вокруг этот фейк, мы на китайском рынке. На Китае не нужно чекать бирки. Ну, бля, вот. Сразу видно. И даже если чел тебя назвал братишкой, он может быстро взять, переобуть ботинки. Охуенно, да, на 1.25 пошел обла. Угу. Полтора много, 1.25 заебись. Лица сразу, если прыгнул в дырку. Вокруг этот фейк, мы на китайском рынке. Мы на Китае, не нужно чекать бирки, это сразу видно. Сразу видно. И даже если чел тебя назвал братишкой. Прям с трудом, да, так, типа... Собаки лают очень громко, облако караван. Всегда не по людям, а левым телом могут своровать. Слышь, никогда не может быть лишним выхлоп. Он не лишь, я не хочу скрывать. Пришел за большой рыбой, за большой рыбой. И я все тот же чел, и после больших выплат, больших выплат. Но я мог слиться сразу, если прыгнул в дырку. Вокруг этот фейк, мы на китайском рынке. Охуенно, мне нравится 1.25, пиздец. Мне нравится. Ну... Короче, мне очень нравится ритм, который выбрал здесь All Black. Круто. Вот вторая часть, особенно интересно, да. Здесь как-то, да, интереснее звучит. Но он прям старается, да, он старается вот прям много ей сделать. Вот это, во-первых, они так и называются, да, вот Е7. Вот, он делает акцент очень на фирменном своем идлибе. Старается забрать, старается запомниться. Ну, я думаю, он запоминается. Ну, нет, понятно, что таким альбомом он по-любому запомнится, да. С точки зрения фитов, даже с точки зрения того, насколько это вот пропитано вот этой историей ей, да, вот это все 52, 812, вот все-все-все-все вот это.
Да, то есть, вот, допустим, раньше там 8-1-2, бам-бам-бам-бам-бам, сразу обла представлялся. Сейчас ребята как бы потихонечку начинают уже тоже, да, заявлять о себе, что как бы Питер это не только, да, вот старая школа, это не только вот обла. Я не обла имею в виду старые школы, да, вот, типа те, кто там до этого делали. Там крипокрип, ну, вот, кто-то вот из таких, да, ребят. Вот, а что-то вот уже, да, вот. Угу. Ну, let's go! Thanks God. Закрывающий, завершающий трек. Давайте посмотрим, что это такое. Что это такое? Let's go. Long Life 812. Yeah. Да здравствует Санкт-Петербург. Yeah. 52. Yeah. 52. Я знал, что так будет всегда, каждый раз, когда до утра работ на студии. Знал, что так будет всегда, еще до того, как люди услышали лоу. Знал, что не буду тем, кто будет сидеть все время без дел на блоке. За все, что я ощущаю, вот я опять, говорю да? Спасибо Богу. Я не куплю себе манкер, потому что там петух на лого. По-любому не все сразу, но и скажу, что я ждал долго. Не понимаю слов о том, что денег не бывает много. Передаю привет еблану, что отчет. Числы перед дипломом, тратим деньги на не, это похуй, у всех свои загоры, кто-то там на филиплеин гонит, кто-то на Монклер гонит, вообще похуй. И жестко меня калит, игра про наркотики и тёлок не впечатляет. Слышу их текста, мне кажется, их кто-то заставляет. Типа да, у всех свои загоны по брендам, вообще не вопрос. Кому-то Dior там не нравится, кому-то не нравится и там другое. Что-то, да? Что-то на самом деле. Что-то. Не, я говорю, тут, пожалуйста, как бы у всех свое отношение к брендам, да, вообще, пожалуйста, кто-то там не любит Луи, считает слишком яркий или слишком какой-то там не тот, да, кто-то там на Филиплейн, да, Филиплейн мозги ебет, что там байтер, там вот это все ведется на вот эту историю. Кому-то не нравится лог. Я не знаю, правда ли это, может быть, это рофл сказано, либо это действительно так, хуй знает. Вообще, типа, пожалуйста. Тратить деньги на Армани. Ну, Армани это нравится. Ну, супер, да. Все так же делать дела жестко. Мне калитер, наркосетях впечатляется, ручных сам, мне кажется, кто-то заставляет. Мне понравился трек. Целостный трек. Предприпевчик хорошо залетел на контрасте. Еще раз. Хороший трек, кстати. Я знал, что так будет всегда, каждый раз, когда до утра работ на студии. Знал, что так будет всегда, еще до того, как люди услышали лоу. Знал, что не буду тем, кто будет сидеть все время без дел на блоке. За все, что я ощущаю, я говорю спасибо Богу. Я не куплю себе манкер, потому что там петух на лого. По-любому не все сразу, но и скажу, что я ждал долго. Не понимаю слов о том, что денег не бывает много. Передаю привет еблану, что отчислил. Числы перед дипломом, тратим деньги на Армани, но мы не армяне. Мой брат там все так же делает дела и жестко меня калит. Игра про наркотики и тёлок не впечатляет. Слышу их текста, мне кажется, их кто-то заставляет. Ну, отсутствие, да, отсутствие наркотической темы поэзии, так сказать, Алблака, это респект. Это, конечно, 100% заебись. Мне кажется, тут, да, про хасл, про такой грайнд, да, про братву, короче, про страгл, про движение вперед, да. Такая совместная тема. Я знал, что так будет всегда, каждый раз, когда до утра работ на студии. Знал, что так будет всегда, еще до того, как люди услышали. Тап-тап-тап-тап. Очень знакомая ритмика откуда-то. Прям пиздец.
долго. Я знал, что так будет всегда, каждый раз, когда до утра работ на студии. Знал, что так будет всегда, еще до того, как люди услышали лог. Знал, не буду тем, кто будет сидеть все время без дел на блоке. За все, что я ощущаю, я говорю спасибо Богу. Да не, вы не гоните сильно на альбом в том плане, что типа однообразие. Я так не думаю на самом деле, что касается однообразия. По-моему, он постарался сделать разнообразно, да? Ну реально. Чуть-чуть похоже на этот «Я голодный пес», да? Чуть-чуть, да? Оттуда, по структуре, да, именно текста. Что-то там пиздец. Вот это, да, история немножечко. Да. По ритму, бля. Один флоу на один трек, ну. Угу. Стандартная раскладка. Нет, не стандартная раскладка. Я не говорю, что он, блядь, байтит откуда-то. Вы чё, пиздец? Я говорю, на что это похоже. Пиздел на блоке за все, что я ощущаю. Я говорю спасибо Богу. Я не куплю себе манкер, потому что там петух на лого. По-любому не все сразу, но и скажу, что я ждал долго. Не понимаю слов о том, что денег про наркотики. Я знал, что так будет всегда, каждый раз, когда до утра работаю. Ну, в общем, вот как-то так, да? Ох, так, что сказать по поводу альбома? Как я понимаю, у него были раньше альбомы, это не дебютный альбом. Но мне кажется, это дебют с точки зрения, ну, какой-то яркой, да, истории, так сказать. Да. С точки зрения, типа... Так, широкого, да? Широкого захода в игру. Угу. С точки зрения... Мы не оценивали, да? Угу, мы не оценивали. С точки зрения громкого заявления о себе, скажем так. Да. Громкого заявления о себе. Ну, он заявил очень громко, я думаю. И фиты тащили конкретно с точки зрения имен, да? И с точки зрения необычности вот такого вот пацанского вайба. Что касается качественного андеграунда. Качественный андеграунд. Качественный андеграунд, он правильно сам спел. Да, это очень круто. Это не про подъезды и плохое качество. Это про стиль. Это про шикарный текст. Это про обалденный вайб. Это про определенную трушечку. Это андеграунд. Если говорить про качественный андеграунд. Качественный андеграунд, это у нас в прошлом году альбом «Конец это начало» от «Грязного Луи». Это в этом году «Холод» от Сими. Я считаю, что альбом Салуки тоже можно назвать андеграундом в своем роде, потому что это не коммерческое звучание. Это такая очень своя история, самобытная. Поэтому что такое качественный андеграунд, мы в принципе знаем. Вот здесь залетел, да, так на в своем куплете, очень хорошо прочувствовав бит. Андеграунд качественный, это круто. Это действительно сильно, это интересно. Я, в принципе, сам слушал, да, много андеграунда, и южатины, и андеграундные тоже, и Каннилингвист, Кьюн 5, Крис Калико, всю вот эту историю, да. Она, конечно, ритмичная, дико была, но тем не менее. То есть это всегда про текст, это всегда про жизнь. Неплохо. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давайте оценим эту историю. Как яркое заявление о себе, я думаю, что это 100% сработало. Сказать, что это прям полностью получившийся сильный альбом, я думаю, что нет. Звучит по-разному. Фиты как будто иногда отдельно. По свидосу именно разных битов и треков не совсем стыкается. Касаемо структуры треков между собой. Внутри, точнее, партов в треке, да, внутри. Где-то куплет, где-то просто два куплета. Вот последний трек целостный. Последний трек целостный. Скизару трек целостный.
Ну, заявил, он очень громко заявил, да, о себе, ребята фитуют, ну, кайф, наверное, все, ништяк, значит, они уважают артиста, и им нравится то, что он делает, в каком направлении он двигается, супер. Что касается качества продукта, ну, не знаю. Не знаю. Начало, короче, честно, я вижу начало в этом, начало стиля. Потому что он уходит от тейпа в определенном смысле, да, от его, так сказать, стилька. Он обретает, так сказать, свою историю, в целом их объединение начинает расти и заявлять о себе. Потому что людям очень интересное объединение. Люди любят смотреть там Young Rush, они любят там R&B клуб, Melon Music, типа 52, да. То есть они смотрят, как работают ребята между собой. Кого мы еще разбирали из их объединений, из их ребят? Или кто-то был в голосовании, чьи-то, может быть, работы. Они пока даже не набирают, наверное, да. Вот All Black набрал, вот я еще раз скажу, да, здесь он набрал в голосовании в закрытом. Вот как-то так вот. Глоки 52 слабый был. Ты между не набрали, да, типа не набрал или что? Или мы только смотрели? Ну, короче, в любом случае, я говорю, ребята заявляют о себе ярко, но это в любом случае начало. А, трек был сырой, смотрели мы, все понятно. Он набрал, все понятно. Ну, в общем, как-то так. Да, как-то так, друзья. Давайте оценим эту работу по оценкам. Давайте посмотрим, что это такое. Что у нас по итогу получится, да? Так, продакшна какого-то одного артиста нет у нас на этом, да, на альбоме. Много Crystal, много очень сделал, но есть другие ребята. Так. Что касается рифмообразов. Ну, довольно однотипная история, да, репрезент, конечно. Есть разными образами он играет. Какие-то строчки хорошие, запоминающиеся. Рифмы, в принципе, да. Кое-где глагольные, кое-где ассонансы, да, есть история. Не слабые рифмы, нет. Нормально нарифмовал. Старается обыгрывать тему. Ну, не знаю, что-то типа 7-8, наверное. Хотя, учитывая жанр, да, здесь нам, ну, жанр очень текстотребовательный. Очень текстотребовательный. Я бы 7 поставил альбому. Учитывая гостей в том числе. То есть, очень много у нас гостевых партов, поэтому гости тоже, да, здесь считаются, так сказать, за тех, кто участвовал в альбоме. Я думаю, что 7, да. Потому что здесь реально очень-очень текстотребовательный жанр, потому что тут у нас повествование. Это рэп по большей степени не для тела, не для флекса, вот как он говорит, там, девчонки, наркотики, вот это все. Нет, это не про то. Тут про подумать, про такое, да, прокачаться от чего-то такого душевного, да, для души, для головы по большей степени рэпачок. Структура, ритмика. Структура, ритмика очень рваная во многих треках. Куплеты отдельно, да, целостных треков не так много. Довольно однообразно идет. Ну, с другой стороны, как бы здесь у нас и не какая-то dark trap, electronic trap история, чтобы супер разнообразие отдавать. Здесь как бы у нас история довольно размеренная, плавная. При этом он пробует свое разнообразие в разных куплетах, в разных треках, да. Где-то очень много фирменных идлибов, где-то прям в кайф. Ой, не знаю. Не знаю, есть ли 7. Шесть-семь, короче. Вот такая история по структуре. Учитывая нецелостность треков. Какие-то треки прям совсем коротенькие, маленькие, парты. Не знаю. Где-то с фирменными идлибами прям реально много. 6-7. Не знаю. В отдельных каких-то кусках очень круто. В отдельных партах. Вот смотрите, типа, разницу хочу, чтобы вы понимали, да, очень важно. Структура и ритмика. Ритмика это что такое, допустим, вот он один куплетик зачитывает, и там играет красиво, да? Да-д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 а. А структура это структура песни. То есть, как песня поставлена, что там есть, интруха, предприпев. Вот как в последнем треке, вот была бы структура, да, ну, понятно, что не во всех треках. Какие-то другие разные штуки, интересные там, да, многогранные, так сказать, или внутри трека, какие-то бриджи, еще что-то. Но стиль не предрасположен особо, да, к усложнению, вот опять же я говорю. Можно ровненько идти. Да не, 6 это пиздец, наверное, я думаю, что нет. Да не везде одно и то же, ну вы чё, чем, блядь, вы слушаете?
куплеты он старался делать разнообразными, но в рамках всего трека, да, он идет однотипно. Ну, пусть будет 7, да. Реализация стиля. Бля, ну сведено по-разному, все сведено по-разному. Какие-то треки он очень круто вывозит, где-то он офбитит, где-то он четко прям проходит на сложной структуре, даже более где скорость, четко все идет красиво. Парты сведены по-разному. Не знаю, плавает, да, техника. Если какой-то один трек слушать, ну норм будет. В целом, ну где-то баллов 6 я бы поставил, реально. За реализацию стиля. Индивидуальность и харизма есть, да. Есть, конечно, моменты с тейпом, но в целом, как бы, есть харизма 100%. Там, что касается там скрипа парт, кизару парт, фидук парт, да, вот эта вся история. Ну, 8, я думаю, можно поставить. All Black сам по себе тоже выделяется. Индивидуальность харизма. 8, не знаю, забрал ли он. Так, в принципе, тоже, да, сделал интересную историю. 9, может, даже, не знаю. Не знаю, блядь. Ну, реально, харизматично делает он. Айдентика своя есть. 9 баллов, наверное. Остальные ребята, ну, тоже показали качество, да, по харизме. Ну-ка, еще раз, кто там? Кизарыч, ну, не совсем он провалился в этом треке, да. Скриптонит прикольно сделал. Так, супер. Короче, знаете, если взять один парт, просто безотносительно трека, один парт гостя какого-то, да, то круче всех на своем бите сделал так, потом скрип, потом Кизару, потом Фидук, потом Обла. На мой взгляд. Обла, мне кажется, не его скорость, и за счет свидоса непонятно было, не слышно ничего. По-моему, так разъебал вообще своим партом. А по целостности, короче, трек я готов добавить вот с Кизару, да, Олег 52 и Кизару, то ли еще будет. Вот его я добавлю в плейлист, я думаю. Да. Мейнстрим. Здесь все-таки, ну, блядь, так хочется добавить, честно говоря, вот этот трек еще. Этот трек хочется добавить. Прям. Ей, 52, 52, хуй чеки какой длиной, мои деньги длиннее любого, один дух на все районы настал. Ну да, вот у нас Underground, Сими, допустим, да, зачитывал, или Сода у нас зачитывал тоже, да, что там они прям делали однотипно, нет, они делали разнообразие, тоже делали. Газ пол, мне не нужен повод, чтобы еще напомнить, кто папа дома. Знаешь, реальных собак и быков, мы эти и те, сколько бы ни заработал денег, улица любит тех, кто готов к суете. Мама, я вышел из трэпа, раньше казалось... Не, с Кизару-то я забрал однозначно. Там припев качающий пиздец. И All Black там сделал очень хорошо. 100% трек забрал. Ладно, подумаю насчет этого трека пока. Короче, 9 баллов. Гости, он сам как бы... Айдентика есть 100%. Атмосфера, вайб, не знаю. Честно, между тройкой и четверкой. Реально, не целостно звучит. Парты гостей звучат тоже не очень целостно. Между тройкой и четверкой. Не знаю, есть ли здесь четверка. Я думаю, что нет. 3 балла. Трендов сексуальный жанр. 4 балла. Да. Я думаю, вот такая история. Да. Вайб 3 балла. Здесь 4 балла. Начинается потихонечку быть актуально. С тегом трек. Я думаю, что да. Бля, 52 почти пиздец. Да. Не, никак не сделать, да, 52. Угу. Ну, в общем, вот такая история. 52 надо сделать. Ну, структура, блядь, ну... Что не так? Ну, давайте, что не так? Рифмы и образы еще поднять. В рамках жанра не пиздец текст, правда. В рамках жанра, вот я говорю, да, underground. Я вот назвал underground с качественными текстами. Пиздец с качественными, сильными очень. Индивидуальностью бери. Да нет, тоже нет. На харизме. All Black на харизме пиздец. Ее надо огранить, на мой взгляд. Короче, следующий год, мне кажется, пиздец они забирать вообще будут конкретно. Сейчас пока они раскачиваются. Но уже на таком вайбе, что вот уже все пиздец, но на мой взгляд они раскачиваются. Такая история.
Такая история. 53 балла. Спасибо, тем не менее, да, спасибо. Можете зайти сюда, на сайт теперь. Можете зайти на сайт. Появится. Он уже здесь появился. Написать свое мнение. Будьте, да, сдержаны в плане какого-то хейта или даже радости, да. Пишите конструктивно по возможности. Расписывайте свое мнение, ставьте оценочку, высказывайте, что думаете по этому поводу, оставляйте комментарии, рецензии на другие треки, в том числе, да, ознакомьтесь с критериями, еще раз напомню, тем, кому похуй, на всякий случай прочитайте хотя бы, что значит, вряд ли вы, конечно, это будете делать, но можете попробовать так или иначе, да, вот, если мы сделаем обновить, наверное, обложечка уже, да, обложечка уже появилась. В общем, вот такая вот история, да, вот такая вот история. Флом расстроился. Да, я расстроился, честно говоря, потому что из того, что я видел, из того, как заявлялись ребята, да, типа о себе. Короче, знаете, из того, что я услышал, блять, в интрухе. Вот честно, я большего ждал. Вот в интрухе, когда мы услышали, вы даже можете посмотреть реакцию, я ничего не придумываю. Я интруху послушал, думаю, ебать, это будет круто. Это будет концепт, это будет стиль, вот все разъеб будет. Знаете, я что думаю, ребят? Бля, рискну предположить, что без большого количества вот именитых фитов, как будто бы альбом мог быть теплее и целостнее. То есть больше треков с тагом, например, больше треков сольных, доработанных, как будто бы он мог бы дать более такую теплую и сильную атмосферу, что ли. Больше доработанных треков, больше треков с тагом, сольных треков, да. Ребята как бы внесли немного такой сумбур какой-то, да, каждый о своем немного. Федук обладает, да, это очень-очень большие артисты, очень сильные, просто безусловно. С точки зрения медийки, хайпа, наверное, это очень пиздато. В смысле, не наверное, это очень-очень круто. С точки зрения качества, не знаю, добавило ли это качество альбому. Самый пиздатый парт один хоть так принес. Ну, типа... Не знаю. Так и сделал первый альбом соло. Ну, я помню, да, его альбом зашел прям, вау, на ура, да, и который мы, кстати, бля, так и не послушали. Вот так вот. Ему не теплота должна быть, президент. Теплота имеется в виду, знаете, какую? Я не имею в виду, там что-то там мягко, такое доброе. Нет, имеется в виду такой вот именно... такой семейный, закрытый. То есть они позиционируют себя в любом случае как определенное такое, да, закрытое сообщество своих, вот как он говорит, свои, да. И вот получается, что как бы свои, это вот, ну, все самые яркие артисты, да, сцены. Федук, Обла, вероятнее, это так и есть. То есть они так или иначе на коннекте, да, там, Кизару, Скрип. Все эти разные люди, как бы, вот они бах, типа, и свои, да, не знаю. Какой-то такой ламповости андеграундной не хватило немного. Это типа как альбом Чемодана слушаешь, да, и там вот он, там, Брик Базука, условно, вот и пиздец, да. Слушаем там Фараона, Фараон один, да, отдельно в своей истории. Слушаем Салукича, он там Салукич, Бульвар Депо. Вот как-то так, да, типа вот оно близко к какому-то вайбу, да, к такому своему, да, немного. А тут как-то вот оно вот все в разные стороны немного. Честно, я ожидал более целостного альбома. Более такого прям звучка хорошего, каких-то, может быть, экспериментов чуть даже по звуку. Я, услышав интруху, интруха сделана круто, пиздец. Я, услышав интруху, ожидал большего. Как Шмани. Во, типа, да. Во, кстати, типа как Шмани, да. Как Рокет, как Лил Дракил. Вот они вместе там Фреско. Вот. Закрытая история. Вот у них, у ребят, как будто тоже так идет, да. И вот вы говорите, типа, так практически сольный альбом дропнул, да. Ну вот, типа, вот. Ну тут, наверное, история была по поводу медиа-репрезента. Ну он удался 100%. В этом плане 100%. У Сими на альбоме. Вот, да, у Сими на альбоме было душевно. Пиздец просто вообще. Даже пацаны вот эти, допустим, там, Pixie Squad, они в своей теме. Там вот новошкольные пацаны на новом звуке, да. Они в своей истории. Там вот Viper, да, они тоже там на своем Dark Electronic Trap. Они тоже как бы в своей истории. Не знаю, в общем. Со своими пацанами они кашу сделали. Вообще, как бы, типа, можно было сделать так. Сольниками дропать эти треки, чтобы было видно, что артист серьезный, всем интересно, бам-бам-бам, все круто, да. Подогревать интерес, а потом, бах, сольный альбом, типа. Ну, такой более... Ладно, короче, его дело, пусть что хочет, то и делает, его право. Мы оценили, я высказал свое мнение, в общем. Я думаю, что такой альбом, о котором я говорю, наверное, может быть следующим альбомом.
будет отточен более стиль, будет отточен флоу, будет более глубоко проработан текст, и более все это грамотно сведено, записано, целостно, чтобы это было целостным ядром продуктом, да, чтобы это был в натуре альбом Outblack, а вот прям пиздец. То, как звучала интруха. Как-то так, в общем. Ой, вот. Ну, все, что еще сказать? Что, пишите вы что-нибудь там? Комментарии есть какие-нибудь? Пишите что-то? Нет? Да, что-то есть, да. Давайте прочитаем. Кстати, многие ребята пишут свои рецензии, свои отзывы еще до того, как стрим будет в блокнот, а потом просто вставляют после оценки. Есть трек, который у меня на репите, это. То ли еще будет с Кизару? Забрали. 52 years old, ничего. С ранитагом. Да, 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 бро, бля, да. Основа. Не знаю, хайкик. Это полуальбом, значит, альбом кайфушечка. Базару нет, бро, если ты кайфанул с этого настолько супер. 71 балл, я вижу, ты кайфанул. Хороший альбом, но есть пару треков, которые мне не зашли. Но что обладает, да. Все, духота закончилась. Короче, мне альбом понравился, несмотря на некоторые треки, ждал от альбома, были высокие ожидания, ожидания оправдались. Кому нравится это чистое его мнение, я могу слушать все, что мне качественно сделано. Слушал андеграунд еще в детстве, это, конечно, не самое лучшее, что я слышал, но не самое фиговое. Полный ей, целых 52 раза он сказал ей. Кайф. Правда, да? Серьезно? Ну, наверное, нет. Наверное, больше, по-моему, там, по идее. Посредственный альбом, молодцепляющий трек, фишка с ей начинает надать уже к середине альбома, также есть трек со стороны структуры, который может быть докрутить. Ну, как-то так, в общем. Очень скучно найти на него однотипный флопочный всех треков, конечно, реализация хромой слабой резервы. Очень крепкий релиз. А, очень крепкий среднячковый рэп-альбом. В смысле, как это? Крепкий среднячковый. А Блок всегда не сумел показать ничего нового. Честно сказать, что больше новый плохой текст, к сожалению, нет протяжения всего. Падик рэп 2005-го. Да нет, не падик рэп. Как бы он наоборот поет о том, что вот они с пацанами у них все получилось, да, на самом деле. Вот они как бы пришли и бизнес, дела там вот это. Он наоборот как бы падики шлет нахуй, как я понимаю. Ну, имеется в виду такие дешманские падики там с какой-то наркотой, бухлом, да. Брат за братца, пацанский хасл. Ну, у него такой, типа, взрослый более. Взрослый вайб в этом направлении. В 23-м году уже сутарел, звучит забавно. Реализовал это где-то плохо, где-то хорошо. Лучше всего держит, реализует ровный, однотипный, плюс-минус расслабленный флоу. Согласен. Из гостей на фитах отлично справляются абсолютно все, кроме обладает, потому что это явно не его история. Базара нет, я поэтому пробовал ускорить. Ритмика и фотограф в целом годная. У меня вынесла аутрух по 10-20 секунд почти в каждом треке, который так идут по 1.40, трек кажется пустыми. Да, 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 недоработан по количеству, мне кажется, партов. Довольно самобытный, харизматичный артист, 100%. Имеет уверенную и крутую подавать материал, но тем не менее качество этого релиза оставляет желать лучшего, он явно может сделать это гораздо качественнее. Я тоже так думаю, и думал, когда было интро. Верю, это не лучший релиз. Да, 100%. Ну, начало. Короче, начало это. С кем-то начальщими альбомами. Да, спасибо. Спасибо, ребят, в целом, да, всем, кто начал альбом. Очень странное ощущение, сам по себе релиз выглядит мощно. На деле много работ, которые не доделаны. Я хочу почитать. Да, все равно стрим закончился. Я хочу почитать, мне похуй. Куплет совершенно разный вайб сделал. Очень мощный, кизерперный звучит хорошо. После слабо хотя мог сделать. Да. Парт не оттуда по ощущению. Вот, короче... Скрип зачитал не особо в драмку, больше в мелодию. Он зачитал отсюда, парт сильный у него. Просто он не сочетается с тем, как на этот бит зачитал Outblack. Довольно ровно, который сделал. На BM7 он сделал куда лучше. Не, ну это, блядь, 100%. Больше не понимаю, в чем прикол этого. Либо зачем он стал трилогии трек с названием, либо когда каждый трек приходит по трек. Ну, он формирует фирменный идлип, который его репрезентует. Это все правильно. Создать фирменный идлип, это дорого стоит. Ей, братик, ей 50, ей Санкт-Петербург, ей свой. Ну, вот его фишка такая, да. Спасибо, бро, тем не менее, спасибо за мнение. Спасибо за... Да, спасибо, ребят, вам за мнение, да, спасибо. Тем не менее, бля. 44, 53, 46, 52, 71, да. Да, спасибо, ребят, за мнение вам, спасибо. Вот, да, из того, что вчера у нас оценивал вот здесь, да, у нас 74 оценки уже здесь, Мазелов, 52 оценки, Килиманджаро, Ваню здесь был, да, Сквор был здесь, Скрип у нас уже вот сегодня с авансом залетал, сольный тречок, кстати, можете тоже зайти и оценить, да. Как-то так, короче, спасибо, братва. Да, что там? Что там происходит в чате? Ну, короче, да, братва, в общем, все, да. Несмотря на то, что... Да, я аккуратненько посмотрел. Да, я посмотрел аккуратненько. Сейчас нет, конечно. Слабый текст, Флор Кинг. Да, здесь слабый текст, простые рифмы, одно и то же. Слабый сведение реализует неплохо, где-то 8.
Индивидуальность харизма, но харизма руинит. Ну как, а ну ты 8 поставил. Бля, ну нормально, структура простая. Вайб 3, ничего не сказать. Тренд 4, застребованная музыка. Начинает, да, нет слова больше. Хорошо, спасибо. Да, 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 да. Ну я старался смотреть, да, до этого, как бы, чтобы оно все было норм. Ну-ка, я обновляю, я не знаю, успеваете ли вы одобрять. Ладно, люди пишут, может быть, не все успевают одобрять. Дима как бы сидит здесь. В общем, вот так вот, да. Спасибо Облаку, спасибо команде, которая сводила. Спасибо всем ребятам, кто залетел. Я думаю, что в любом случае это яркий релиз лета, да. Я думаю, что что-то из этого будет активно качать на концертах. А у ребят 100% только все начинается. По-любому, да, у них будут Magnum Opus, и это будет история... О, лучший трек, точно, давайте, давайте оценим, бля, точно, даже еще лучший трек оценить, let's go. Лучший трек... Короче, если мы будем оценивать трек с тагом, будет очень мало оценочка, да, поэтому давайте более целостный трек оценим, все-таки с Кизару, да. Потому что там все-таки целостная история, и пусть лучше будет баллов больше, да, у релиза. Да, вот эту историю. Пусть будет больше баллов, чем меньше. Что ли еще будет? Хорош кристалл, да, хорош. Кристалл. Много народу, да, набито, набите. Гоба Быкин. Real Lizgin. Давайте послушаем. Обложка. Да я думаю, не на номинацию. Так в целом, с точки зрения респекта, да. Это невозможно. Нет, Гаспол, нет, то еще будет. Let's go. Трушечка есть. Все будет на записи. Да, 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 да. Все это будет на записи, да. В разборе альбома, конечно. Я еще стоп не нажимаю. Трек не оценил. Друг, нормально. Как один трек, брат, вообще трек. Мне нужен пит-стоп, я не переобуюсь. Да здравствуй, Санкт-Петербург, я отдал ему юность. Могу говорить громко, все знают, я не блефую. Пришло время для рэпа, пацанов на бабках с улиц. Те, которые свой гуд, которые не думают, что им за это будет. Четверть мульта за клапшоу, бог дал брату шанс не пульт. Мой парт это балет, он тоже стоит пару муль. Мой большой зи талант, я жду его работы в лур. Скоро буду в туре, не ебу вонючих, чтобы жадно ебать клубы. Всегда были людьми, мы не выбиваемся в люди. Мне говорят, горжусь, скажу, то ли еще будет. То ли еще будет, то ли еще будет. То ли еще будет белый, то ли еще будет. То ли еще будет, то ли еще будет. То ли еще будет белый, то ли еще будет. Просто Death Hope, как так получилось? Просто продолжаю крайне, чтобы не случилось. Мне не интересны все их пусты, кто чем дышит. Я трэпил, трэпил сутки напролет без передышек. Я не Робин Гуд, но я Робин Гуд. Залетел на хуй, прыгнули на хуй. Эти дети шуют, они ждут любой фастфуд. Я пущу кино покруче, чем с Голливуд. Я забрал их лут, Биг Дог здесь пошел, бля, уф. Черный гос подъехал их, белый чай исчезнет, пуф. Он, да, покойся с миром, пусть земля ему будет пух. Я слишком реальный, детка, чтобы верить слухам. Здесь хаунты и 52-е. Молодая кровь кипит, значит мы все еще. Вот отсюда бы он начал хоть какой-то бридж. Может быть, битом бы ему помочь было. Вот здесь саунд 52-й. Вот в этом моменте уже было бы чуть по-разнообразнее, да, немножечко. Молодая кровь кипит, значит, мы все еще живые, то ли еще будет раки, куча дури, трясет, сказано, что после мы. Немножечко, да, типа создать хотя бы вид бриджа какого-то. Все живые, то ли еще бури, так и куча дури. Трясется хата, она чистит пол своей биг бури. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет белый, то ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет белый, то ли еще будет. Восемь баллов. Нормально сведен, трючок, нормально спето.
4 балла. 4-5 баллов. 4 балла. Крепкие 4, да. Угу. Очень неплохо. Очень неплохо. Спасибо. Все, теперь точно спасибо. Спасибо. Разбирать это было интересно в любом случае. Да, было в чем покопаться, что разобрать, что послушать, от чего кайфануть. Надеюсь, вы тоже. Надеюсь, вы тоже кайфанули. Надеюсь, те, кто голосовали за этот релиз, оправдали в своих ожиданиях хотя бы от разбора или от релиза. Может быть, он вам понравился гораздо больше, чем мне зашел, да? Напишите свое мнение у нас на сайте или под этим видео. Let's go!